Ты уже снимаешь? Угу. Всем привет! Мы сшили вот такую сумку. Решили протестировать эту стёжку, как она будет носиться. Будет ли она облазить, будет ли она пропускать влагу. Поэтому решили попробовать начать с сумки. И что тебе понадобилось для этой сумки? Понадобилось 45 сантиметров ткани. Потому что высотой сумка будет 60 на 45. Ну, в готовом виде, наверное, 42 сантиметра. Понадобилась эко-кожа, любая, то есть для донышка, чисто для того, чтобы немножко держалась форма. А сколько примерно ее? А ее нужно сантиметров 15 максимум. Угу. Понадобилась репсовая лента для декора и, соответственно, ременная лента. Ее тоже ушло ровно столько же, это по 3 метра каждый. Угу. И понадобилась молния примерно 55-60 сантиметров. Также понадобилась подкладочная ткань. Ткань у нас подкладочная с вискозой. Внутри сделан небольшой карманчик. Ее тоже примерно 45 сантиметров. Ширины достаточно для того, чтобы сшить сумку. Она очень удобна ходить за продуктами, как стандартный вариант. Можно ходить на фитнес, можно ходить в бассейн, на тренировки, можно просто гулять по городу, очень стильно, тем более осенний цвет, как вариант, очень удобен. А расскажи, пожалуйста, сколько тебе времени заняло, чтобы пошить эту сумку? На сумку ушло максимум часа два. Потому что сумка шьется очень просто. Самое сложное — это тот, кто не любит втачивать молнию. Обычный прямоугольник. Ширина 45, высота 45, ширина 60 сантиметров. Донышко к нему пришивается. Сантиметров 12 на 60, поскольку у нас как бы выкройка строилась, грубо говоря, на глаз по фотографии, поэтому уже как бы фантазировалось. Но предварительно надо будет пристрочить ременные ленты, киперные ленты. Можно взять что-нибудь другое поинтереснее. То есть, это, как говорится, ваша фантазия. Это просто обычно черную ленту. Брать неинтересно, хотелось чем-то ее разнообразить. То есть сначала лучше пришить эту репсовую ленту сначала к стежке? Ленту, потом все это пришивается в шов, ну, донышко. В донышко лучше вставить что-нибудь плотное, чтобы не ломалось. Картон не советую, поскольку оно от влаги может и намокнуть, и сломаться, и согнуться, и как бы потом уже трудно будет поменять. Здесь вставлен кусочек гибкого пластика, то есть такие можно найти в каких-нибудь хозяйственных магазинах, можно в строительном магазине что-то посмотреть. То есть очень удобно, поскольку сумку, если полная, то она будет хорошо стоять. А легко ли было работать с этой стёжкой? Она не лопалась под иглой? Нет, стёжка вообще ведет себя очень хорошо. Машинка не тормозила на этой стёжке с обычной лапкой. Не нужно было никакие дополнительные. Ну, как вариант, можно попробовать еще на тефлоновой лапкой строчить, чтобы... А игла универсальная? Универсальная, 80-ка, 90-ка, вполне. Стёжка не сильно толстая по толщине. Машинка брала абсолютно все швы. Ну и также внутрь выкраивается подкладка точно такой же ширины, как сама сумка высоты. Пристрачивается. И, соответственно, через маленький-маленький дырочку внутри выворачивается. Угу. Получилась довольно-таки вместительная. Очень вместительная сумка, очень удобная. Я говорю, особенно сейчас вот на осеннюю погоду, сильная. Зимой вообще шикарная будет со стеганными вещами, когда она войдет все в сезон, как говорится. Угу. То есть идея, в принципе, с такими курточными стежками шить сумки отличная. Очень. Да, то есть можно использовать курточную стежку не только для целевого назначения, можно. Да, но и также... А вот... еще, поскольку ткань ширина 150, а сумка уходит примерно 120-130 на готовое изделие, то у вас еще остается 20 сантиметров на косметичку какую-нибудь или мини-кошелечек из этой же стеганой ткани в комплекте к вашей сумочке. Шикарно. Супер вариант. Так что будем шить. Носите на здоровье. Стежки в нашем магазине очень большой выбор. Можно выбрать цвет на любой вкус, на любую фактуру, как говорится, под любой вид одежды. Будешь с ней за хлебом ходить?